еще одна причина. Так как люди стали жить у нас лучше, чем в старое время. То и размножаться стали быстрее. Это очень хорошо. Мы это приветствуем, товарищ. Сейчас у нас каждый год чистого прибытка. Население 3 миллиона. Это значит, каждый год мы получаем приращение на целую Финляндию. Десять лет, 10 Финляндии. 10 государств. Народу пробивает здорово. Смертности мало, рождаемость поднимается. Молодые, маленькие детишки, о них забота у нашего правительства большая, вы сами знаете. Растут, выживают.